Хотілося би почати із от сьогоднішньої буквально звістки, новини. До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін і, власне, вже зустрівся він із президентом Зеленським, фактично міністр оборони Сполучених Штатів, що так представляють Ллойда Остіна, це його офіційна посада. І, власне, цей візит відбувається на тлі розборок, фактично, внутрішньополітичних у Конгресі США між різними там політичними партіями і групами політичними, які сперечаються, як Україну підтримувати далі, наскільки підтримувати, якою має бути оборонна ця підтримка. І ось цей візит, власне, і зустріч з президентом України відбувається на тлі таких дебатів і полеміки. З чим, на вашу думку, приїхав Ллойд Остін, з добрими новинами чи з поганими? Тим паче, що за кілька днів у нас має бути зустріч у форматі Рамштайну, де знову ж таки будуть говорити про озброєння і про нові пакети допомоги Україні. Вот лучше бы они перестали уже говорить, потому что говорили уже, ну, сильно сыт не будешь, а на нуле нам сейчас не хватает, на линии фронта не хватает всего практически, от 82-й мины до самолетов. То есть все прекрасно понимают наши потребности, и лучше бы приезжали не разговаривать, а лучше бы присылали серьезный пакет именно военной амуниции, военной помощи в этом смысле, особенно расходников. Сейчас очень сильно идут расходы, как раз начались дожди, начался снег, околонулевая температура, то есть двигаться техникой сильно не получится, значит, основная боевая единица – это артиллерия, тем более, опять же, те же FPV-дроны, вернее, любые дроны сейчас малоэффективны, так как за счет облачности осадков они практически нивелируются в своей деятельности. А в основном вся основная нагрузка ложится на богов войны, на нашу артиллерию, а это расходники, то есть это от мин до снарядов практически все это нужно. Потому хотелось бы от Остина увидеть не слова очередной поддержки. Мы их уже слышали 649 раз, уже нет смысла. Мы на них уже не реагируем абсолютно никак. На сами, так сказать, какой-то поток частот, которые может издавать любое горло, по большому счету, человеческое. Поэтому хотелось бы услышать, даже не услышать, я бы так сказал, хотелось бы нашим хлопцам на линии боевого соприкосновения увидеть дополнительное количество боеприпасов. Вот это было бы такое лучшее, так сказать, посыл, и можно было бы и не приезжать. Прислали бы просто очередную партию боеприпасов, и мы бы однозначно сказали бы спасибо без всяких приездов. Ну, а приезд там по себе для чего нужен? Ну, скорее всего, связанный с очередным каким-то, опять же, разборками либо у себя, либо у нас, одно из двух, либо видение каких-то процессов, которые происходят сейчас за океаном, и их надо донести, так сказать, из глаза в глаза, донести до нашего руководства. Но, опять же, мы об этом не узнаем. Мы потом можем определить, почему. По тому же самому количеству расходников боеприпасов. Если придут боеприпасы, а еще лучше новые модификации и тех же ракет, мы «Атакамсы» ждем, и М-26 для «Хаймерсов», мы ждем определенное количество других ракет, тех же «Крылатых», если это получится. Ну, за самолеты это понятно, пока еще рано говорить. Но, по крайней мере, на основные позиции, которые нам сейчас очень нужны и важны, их бы хотелось бы увидеть, а не услышать про них. Тут абсолютно з вами згоден, що дійсно безперебійне постачання зброї, головне вчасне, це був би найкращий доказ без, так би мовити, непохитної підтримки України, як Ллойд Остін каже президенту Зеленському. От він, власне, такий допис з'явився у соцмережі на сторінці Ллойда Остіна, що зустрівся з президентом Зеленським, аби засвідчити нашу непохитну підтримку Україні довготривалу і так далі. От якби оці пакети допомоги справді надходили тоді,
тоді, коли вони вкрай необхідні, це був би найкращий доказ цієї непохитної підтримки. Поза тим, іншого великого партнера, окрім Сполучених Штатів, у нас зараз немає. Так, зараз і дуже багато йде розмов про те, що поки Штати там пробуксовують із прийняттям нового плану фінансового на наступний рік, то європейські партнери мали би перехопити цю ініціативу. Німеччина зараз, зокрема, намагається всіляко виділитися на цьому тлі, зокрема, система ППО нам передає. Чи здатні, на вашу думку, якраз європейські партнери оцю естафетну паличку від Сполучених Штатів перейняти і справді повноцінно підтримати Україну у той важкий момент, коли дійсно всього починає бракувати на фронті? А это был бы для нас, может быть, единственно правильный и грамотный выход сейчас из того положения, в которое нас загнали предыдущие все правители Украины. Мы остались с голой пятой точкой перед довольно-таки серьезным противником. Потому оптимальный вариант вот именно эту эстафетную палочку, даже пусть ситуация она передаст в Европу, и для нас было бы это очень хорошим решением, если бы Европа, а сейчас это понятно, Европа ее подхватывает. Европа уже понимает, что у них та же самая картина. У нас несколько наших верховных главнокомандующих раздели практически нашу армию и страну, и мы остались беззащитны. А Европу последнее время товарищ Меркель раздела практически, также оставив с голой пятой точкой перед россиянами, полностью зависимыми от Европы, полностью зависимой делом от Соединенных Штатов как раз в военном отношении. Сейчас Европа уже вот за полтора года как минимум, она уже поняла эти ошибки, которые были. Да не ошибки, это скорее всего было в чистом виде диверсия КГБшная еще через Меркель взять, опустить обороноспособность Европы до уровня ниже плинтуса. И сейчас за полтора года уже Европа осознала это, практически шаги понятны, которые Европа сейчас делает. И очень важно, Европа нас видит в своей общей системе безопасности, это уже понятно, и видит, и помогает, понимая, что как раз как минимум тысячу километров фронта натовско-российского мы можем провести по своей границе, между Украиной и Россией или разваливающейся потом империей Ордо этой восточной, и эту тысячу километров фронта удерживать. У них останется еще там, может быть, 1500-2000 километров, если считать там до Кольского полуострова, а мы как минимум треть на себя возьмем. И уже то, что мы выстоим, ни у кого нет никакого сомнения. Потому нам надо помогать, Европа это понимает, переключается и эту эстафетную палочку перенимает. Потому можно уже так плавно говорить спасибо американцам за то, что поддержали тяжелый период, понимая, что они, так сказать, не всесильны. Они уже потеряли лидерство в мире, то есть им уже надо переставать, как у нас по-донецки говорят, понты колотить перед миром. Все же понимают, что будут похожи на понторезов, в конце концов, когда не выполнены обещания по, допустим, по каким-то гарантированным или гарантиям по договорам типа Будапештского, они просто не смогут выполнять. Лучше бы их и не было. Для них лучше бы их и не было. Потому нам надо сейчас в Европе создавать свою систему безопасности. И мы одни из, по крайней мере, этих кирпичиков, тысяча километров кирпичиков, то есть примерно 1000 километров границы между Украиной и Россией.